Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Христианский музей Эстергом. Ангел причащает Марию Магдалину. Автор Лоренцо ди Креди. Настоящее имя Лоренцо де Андреа де Адерига. Флорентийский художник. По преданию, после вознесения Христа, Мария Магдалина с сестрами в сопровождении нескольких благочестивых людей приплыла на челноке во Францию. Здесь она 30 лет прожила в одиночестве в пустыне. Ангел приносил отшельнице святые дары, чтобы она могла причащаться, и 7 раз в день ангелы возносили ее на небо. Креди написал святую на большом алтарном образе, украшавшем в свое время флорентийскую церковь Санта-Киара. Данное изображение стало популярным во Флоренции. Несмотря на слащавое выражение, приданное лицам нескольких ангелов при реставрации картины в прошлом веке, произведение является хорошим образцом поздних творений Лоренцо. В этот период, в самом начале второго десятилетия XIV века, художник уже считался консервативным, и произведения его не однажды характеризуются механическим применением часто повторяющихся схем. Но, однако, воздушные, мягко моделированные фигуры уже дают почувствовать веяние атмосферы зрелого возрождения. Вот так написано в картине Лоренцо ди Креди «Ангел причащает Марию Магдалину». Текст по книге издательства «Карвина. Тосканская живопись эпохи раннего возрождения». Пока-пока. До свидания. Посмотрели картину.